Перед просмотром этого видео я хочу вас попросить скачать программу VPN и поставить местоположение любую другую страну, кроме России. Например, США, Калифорнию, Канаду или что-нибудь такое. Это будет огромный вклад в наш канал. Всех очень сильно любим. Всем привет! Мы сегодня с Лиамом снимаем для вас новое видео. Сейчас пойдем гулять. Сейчас покажу вам куда. Все вам будет видно. Вон туда вот. Вот, мы не дома сегодня, выпал снег, и мы решили поехать и снять для вас прогулку. Фу, жарко в этой куртке вообще. Я в такой шапке, в комбинезоне. Сейчас возьму в машине коляску и пойдем. Как раз время, пока детей укладывают спать, чтобы никто не мешал на детской площадке снимать. Снег выпал сегодня. Выходим, блядь, ну хоть бы ты прошла бы дальше. Стала на этом пороге и стоит. Чё ты стоишь? Вот. Мы идем с Лямом. Сейчас в машине возьмем коляску. На, подержи ключики пока. Не нашла старые варежки Ляма, не знаю, где они. Надели новую шапку, вот эту вот. В шлем. Сейчас достанем коляску нашу, я ее убрала. Вспомнила сразу, как мы снимали в прошлом году с Полиной шопинг. Все, сейчас будем садиться. Даже я ему сейчас, наверное, положу пока, а потом открою. Так, ложись. Снег, видите, идет. Закрываем, это уже нападало. Вот она я. Сейчас. Закрыли. Вот. И сейчас с ним пойдем пройдемся. Сразу я, наверное, пойду его пофоткаю в одно место, а потом пойдем с ним уже гулять. Хочу сфоткать его для заставки. Ну вот, мы отфоткались немножечко. Смотрите, какие елочки. Снег идет. Я бы хотела быть здесь очень свой частный дом. Вот, поэтому сейчас уже пойдем сниматься. Ходим уже к детской площадке. Вот, смотрите. Так. И сейчас мы Ляма посадим и будем катать. На самом деле, сейчас мы пойдем сразу вот на ту штучку, вот, а потом придем на те горки, там просто пришли, короче, девочки, ну, и мне как бы не нравится, когда кто-то на фоне есть, поэтому сейчас сразу мы поиграем здесь, а потом пойдем и туда, вот, хочу пофоткать Ляма немножечко, сейчас.
сидит мой малышек. Сейчас мы его сфоткаем. Мы еще куда-нибудь сходим. О, вот здесь вот есть лестничка для него. Вставай, холодно лежать. Вставай, вставай, мой хороший. Вставай, вон наша колясочка стоит. Вставай. Давай. Опа. Ну вот, весь в снегу. Вот. Ой, лям. Сиди хорошо. Что, хочешь на канате повиснуть? Садись. Вот так. Держись. Лям, держись. Опа. Опа. Куда пойдешь? Туда? Ну, пролазь. Залазь давай. Я же тебя там не достану. Опа. Лям. Вот. Давай, иди сюда. Пролазь, пролазь. Опа! Привет! Молодец. Ты стоишь. Качаются палочки, да? Молодец какой. Видите, как стоит хорошо? Вот. Прикольная площадка. Это мои родители новые. Ну, как бы в новом доме живут, короче, в своем. Вот, и здесь вот такая вот площадка. В принципе, там вот нет ничего особенного, поэтому там как бы кричат девочки, играют снежки, поэтому я думаю, что там мы гулять не будем. Может быть, сходим на еще одну площадку. Вот. Ну, вот так вот у нас лямушка гуляет. Ой! Ой, лям! Кач-кач, кач-кач. Вот еще одна девочка пришла. У них тут команда целая. Вот так, вот так. Маленький турничок для деток. Лям уже хочет спать, поэтому сейчас мы уже пойдем спать. О, Лям, будешь висеть на нем? Давай я тебя подержу. Опа, чик, чик. Надо ножки поднимать. Поднимай ножки. Давай. Опа. Давай, прыгаешь? Прыг. Куда пойдем, мальчик мой, куда пойдем? Особо уже никуда не хочет, хочет спать, я думаю, поэтому... Сейчас еще пару минут погуляем и пойдем домой. Он решил лазить. Думаю, что может быть попозже, когда он подрастет, его можно будет отдать на скалолазание. Давай дальше поднимайся. Лям. Ножку. Опа. Другую. Опа, ручками кто держаться будет. Ручками держаться надо. Вот. Вот так вот. Опа. Словила мама, да? Шух. Шух. Посажусь, едет он вот с этой как бы горочки. И пойдем домой. Шух. Опа, упал. Упал, малышек наш. Что там, Лям? Кто там? Домик, да? Домик. Всем привет. Ой, снежинка на носике. Короче, мы в машину. Так, я его прикрою немножечко. Хотя можно немножко и открыть даже. Так вот. Кстати, снег уже почти прекратился. Поедем мы в машину, ставим коляску и поедем домой к бабушке. Ой, цепляемся за все. Вот. То есть ты вот здесь стать не мог, тебе надо было вот здесь вот. Ну, ладно. Сейчас откроем машину. И мне надо будет убрать. В любом случае. Ну. Так, вот так вот. Вот. Потому что коляску надо... Либо я просто сложу, потом упакуюсь и посмотрим. Либо
такая нагулявшаяся, идем домой, все эти мусорные пакеты от коляски. Быстро я ее сложила, научилась хорошо складывать ее. И пойдем пить чайок и укладывать Ляма на дневной сон. А потом меня родители закинут домой. Если бы Никита ехал с работы, он бы меня забрал, но они раньше уезжают, поэтому вот так вот. Опа. Все, сынок, пойдем. Звоните. Ой, скользко, как с ума сойти. Давай, звоним. Не знаю, мама сказала, что хорошая, но мне не очень нравится, потому что она ему съезжает на глаза. Ну, лифт приехал. Приехал. Давай, заходим. Лям, давай заходим. Опа. Вот они мы. Этаж четвертый. Так, потеряли наши варежки. Помните, были у нас в прошлом году?